Это мы приехали в Югромолл. Здесь лента. Я думала, моя машина открылась. Еще раз проверю. Вот Югромолл. В ленту идем. Там у нас Хофф, Нью-Йоркер, там все. Мне сейчас нужно в ленту. Я не буду нигде лазить, а то я опять приеду ночью только. Так, это я зашла. Здесь у нас есть такой стенд, берешь его, ну и сам сканируешь. Но я вот это с заморочки, это, смотрите, все к школе. Вот там тоже что к школе все есть. Мои орхидеи, почем они тут? О, 449, еще и дешевле. Но они тут такие вечно замученные. Мне так жалко на них смотреть, что за ними никто не ухаживает. Так. О, к школе все, смотрите. И даже со скидками можно. Ну, это все детское такое. Вот, смотрите, какие бутылочки по 29,90, да? Такой бутылочка, можно что-нибудь, не знаю, что. Красиво, конечно. Так. Вон акции. Почем сейчас колгон? Финиш 1148, 100 таблеток. Что-то я разочаровалась в дешевых таблетках. Или их стали подделывать? Вот Барилла здесь, видите, 64 рубля. А эти? Вот эти не знаю почему. Но здесь маленькая, я большую взяла. Так. Там все детское, тоже нам не надо. Нам сейчас дачная. О, смотрите, лента. Это что? Джемпер мужской. Вот такой все. Прогулочки. Вот дачные. Кстати, надо посмотреть тюльпаны, что там. Почем тюльпанчики? Вот это вот классный зонт большой. У меня маленький, сейчас я до тюльпанов доберусь. Здесь, кстати, сейчас на все скидки. О, что это такое, смотрите. 3900 обогреватель. А, это уличный, наверное. Да. 349 стулья. Сейчас акции хорошие. Вот сейчас как раз на дачу можно все покупать. Можно купить на день рождения что-то подарить зимой, летом. Если есть где хранить. Так. Это что? Средство от болезни растений. Вот удобрение, которое я беру для орхидей. Отпугиватель крыс-мышей. Муравьев. В общем, веревочки. О, смотрите, это что такое? А, это дезинфектор Тимберг какой-то. Не то ли, что Оксана Булат рассказывала, что он делает. Давайте посмотрим. Эффективный дезинфектор, аппарат 300 миллилитров. Не знаю, что он делает. Кстати, вот держатель 49 рублей, стоил 210, держатель этих зонтиков. Так что у 240 рублей, 149, сколько здесь? 3 штуки. Орхидеи. Для орхидей. Бочки всякие. Видите, сейчас почем? Хорошо, дешево. Можно взять и астрочки. Но я их, мне их дешевле купить, чем садить. Пустики. Всякие. То есть можно.
одеться. Лента представляет. Обуться. Скидки только сегодня. В ленте скидка 20%. 999 рублей стоит это тепличка. А эти почем скамейки сейчас? 699. Но это которая жесткая. Лучше с мягкой. Со 2 по 8 сентября огурцы среднеплодные, гладкие, 59 рублей 99 копеек за килограмм. Перец горшочки разные. 199 рублей 99 копеек за килограмм. Виноград тайфи 99 рублей 99 копеек за килограмм. Так, а это на 100. Вот 129 рублей на следующий год. Отлично. За 129 рублей. Понятно? Вот когда нужно брать. Почем сейчас? А, лавандочка 259. 499 арка. Видите? Подставка для зонта. Так, ну и... А почем, видите, тюльпаны? Проверьте на сканере, пока я еще не знаю. Сейчас ценники только заказали. Ага, еще нету. Ну, можно взять, да? А где у вас сканеры? Сейчас я вам скажу, сколько что. Здесь 10 штук. Бин-бин-бин. 130. Нормально. 10 штук. Так, сейчас. А какие здесь? Вот еще такие. Здесь 20 штук. Так, берем. В общем, пойдемте. Сетки, слушайте, разные, разные, разноцветные, смотрите, всякие веселенькие. Угу. Вот такую возьму лучше. 210 на 100. Обращайте внимание, потому что есть на 90. Так, здесь тоже, смотрите. 5. Пошлите, посмотрим, почем они. Подождите. Так, смотрите, с подушкой. И с этой инструкцией, вот. Аппликатор Кузнецова, он, да, или как он? Так, вот 135, какие... тюльпанчики взяла я. Так что 10 штук. В общем, разные. Лишь бы они зашли. Так, и вон еще, смотрите, что. Тюльпаны. Сейчас. Вот они, эти классные опрыскиватели для цветотки. Обалденные. Вот, возьмите, кому надо. Везла с Тюмени эти ворота, они у нас 299. Ну, короче, лох – это судьба. Скидки на все, смотрите, на все дачное. Смотрите. На всякие круги. Вот бассейны сейчас можно брать, смотрите, бассейн вообще. Сейчас какие цены на них. Вот этот 1,83 на 51 799 рублей. Класс же. А этот 599 это, а это крышка, наверное. Ну, то есть. Так. Это, кстати, на 449 рублей сейчас на качелю. Ну, я его никогда не одеваю. Поэтому мне не надо. Вот у кого полы холодные в бане, вот это постелить, это вообще классно. Я везде постелила.
палочки мои любимые для скандинавской. Так, всякие. Это для велосипеда, коньки, ролики. Уважаемые покупатели, для вашей безопасности просим вас проявить ответственность и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, масками или респираторами, а также соблюдать дистанцию 1.5 метра друг от друга на входе в торговом зале, выбирая товар у полок или ожидая у кассы. Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции также рекомендуем защищать руки перчатками в магазине. Заботая вас. С 5 июня по 30 сентября копите электронные фишки за каждые 300 рублей и соберите набор бокалов Vivo Ville Roy & Boch Group всего за 1 рубль. До 21 сентября покупайте товар-партнер посуду Disney в ассортименте и получайте еще больше фишек. Vivo Leto, Vivo Lente. С 5 июня по 30 сентября копите электронные фишки за каждые 300 рублей и соберите набор бокалов Vivo Ville Roy & Boch Group всего за 1 рубль. Сушилки какие, да? Сушилка, суперпечь. Там спокойно машина. Так, а это что? Увлажнитель. А, увлажнитель. И это увлажнитель воздуха. Лента перчатки 100 штук. S, M. А почему они сейчас? Так, тут 599, по-моему. В общем... Полки все, это с канцелярией, все пустые. Так, сейчас пойдем посмотрим, что здесь. А, весы кухонные, шашлычницы. Скажите, а чугунных сковородок нет? У нас еще есть место. А, да? Спасибо. Так. Ну, чугунные сковороды тоже сказали, у кого как ее. Смотрите, какие коробки специально. У кого индукционная плита, очень плохо. Середина выгорает, она перестает подключаться. Такие бутылочки, смотрите, продают сейчас. Я маленькие смотрю, даже вот меньше, чем эти. Такие меньше, чем. И то 90 рублей одна. Мне надо их штук 10. В фикс-прайсе тоже подорожали. Ну, стекло. Вот видите, где я сейчас была? Где я сейчас была? В Доброцене, там коврик дешевле стоит. Смотрите. Полотенце, я думаю, как у меня этот плед. Сенсация. Здесь и сейчас. Только музыка орёт. А ну-ка, чё? Свечи 365 дней. А, три штуки. Так, сковорода летает, летает. В школу с лентой. Покупайте товары для школы и получайте каждый 5-й товар всего за 1 рубль. В акции участвуют письменные подробности, товары для творчества, канцелярия, тетради, керхер. Керхер.
Сезон овощей для гриля в ленте продолжается. Так. Хочу попробовать взять. Ну, у меня есть маленькая это. Как ее? Забыла, какую сейчас спрашивала сковороду. Вот это какая сковорода Optima. Каких уже у меня не было. Руки мне, наверное, не оттуда растут. Так. Пошли дальше. Гейзер 329. Так, ну все, теперь идем в продукты. Ну, здесь, я думаю, все как у всех. Помидоры, огурцы. Так, мне надо яйца. Дымку, наверное. Что-то здесь еще интересное. Еще для сухофруктов. 999 рублей вообще дешево. Но я сделала вывод, что покупать дешевле сухофрукты, чем их делать за свет. Вот, вот, эксплуатация, там она вдруг поломается. Ну, короче, тоже всякие плиты. Колоночки. Вот, вот мне надо. Мне надо. Ага, здесь нет удлинителя хорошего. А вот нет тоже. А вот, 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 вот. Удлинитель 590. Нет. Антенны. Телевизоры, чайники. Здесь тоже есть все. Вот. Так, 246 всякие. Угу. О, вот это кто в теме тут понимает. Я думала, на одной ножке 20-й. Вот когда их нужно покупать, когда они дешевеют. Так, сейчас сушилку мне надо. Срочняк. Сушилочка мне надо. Хотя бы простую, но тех нету. Только вот такие мне на дачу надо. Которые, знаете, натягиваются. Ладно. Ну, это ткани. Ой, ткани. Текстиль. Ткани. Одеяло, подушки, простыни натяжные, простые. Так. Угу. Для фена, зеркала. Всякие. Вот штанга мне, ну здесь дорогие, дорогие. А мне штанга нужна в душевую. Ладно.
Так, ну всякие здесь. Угу. Так. А вот. Здесь дешевле. А мыло, про которое я говорила, вот такое, смотрите, отбеливающее, вот оно, отбеливающее и против пятен. Вот. Почитайте состав один в один, я без очков даже переворачиваю. В общем, кому интересно, будет в ленте, посмотрите, один в один. Так что... Туалетная бумага. Я больше смотрю, когда скидки на полотенце бумажные. У меня много идет полотенце бумажных. 889. Да. Аромафузеры. Да уж. Не дешево. Так, а где полотенечко-то? 221. Так, вот полотенце. Полотенце почем здесь? 49.99. Так, а эти почем? 149. Даже если взять 4. А вот полотенца почем, вот эти полотенца? Так. Кажется, что набрала опять? Мои дорогие, большое спасибо, что вы были со мной. Извините, если что сняла не так, потому что все делается по-быстрому, украдкой. Ну, потому что у нас в магазине еще не привыкли, что снимается, а не хочется лишних вот этих неприятностей, разбирательств, там, тысячу вопросов. Еще ответов. Так что извините, мои дорогие. Всего хорошего.